Николай Бабогло родом из села Копчак. Творчество автора, все его произведения сотканы из национального колорита. В диалоге его героев встроены фольклорные элементы, которые придают правдивость его литературным персонажам. Красной линией через все его сюжеты проходит тема человечности, сострадания, честность, мужество и самоотверженность, смысл жизни. Все эти ценности служат ориентиром для Марии Копущу, односельчанки и ученицы Николая Игнатьевича. Такие люди не умирают, они живут вечно. И его произведения будут жить вечно в памяти нашей и в памяти молодого поколения. Мария Копущу, являясь сотрудницей научно-исследовательского центра Гагаузии имени Марии Марунневич, вместе с коллегами разработала биографический очерк, в котором собрана информация и основные данные об авторских работах Николая Бабогло и его творческом пути. Быть причастной к изданию этой книги – счастье для Марии Ивановны. Учил и меня в первом классе. Он был замечательным учителем. Потом работал завучем, работал директором школы. Высшая ступень – это работа замминистром просвещения. Пережил и войну, и голод. И про эти события он пишет в своих произведениях. Николай Бабогло был настоящим борцом за изучение гагаузского языка, за издание литературы на родном языке. Вместе с братом Игнатом Игнатьевичем составил ряд учебников для изучения гагаузского языка в школах. А читателям Николай Бабогло навсегда запомнится своим неординарным творчеством. Актуальными останутся важные темы в творчестве писателя, призывающего жить по совести, соблюдать традиции, думать о своем предназначении, говорит Мария Копущу. Николай Бабогло останется в нашей памяти вечно. В архивах ГРТ хранятся интервью, записанные с Николаем Бабогло. В свой 70-й день рождения, общаясь с журналистом канала ГРТ Анной Жековой, Николай Игнатьевич сказал о том, что является самым важным и ценным, на его взгляд, в жизни каждого человека. Olmama kıskanç, olmama tamah, olma insan, söylemeye doğru. Bunlar sanırım en önemli bu dünyada. За годы своей плодотворной творческой деятельности Николай Бабогло награждался неоднократно самыми высокими наградами. Среди них почетный гражданин Гагаузии и государственная награда «Мерит Улчивик». Валентина Чобан, Леонид Арфанос, Мария Казаку, новости ГРТ.